Майнкрафт, но если я увижу цифру 2, то проиграю. Окей, заспавнился я в болоте. Если с одним предметом было все просто, цифра не отображается, то чтобы взять более двух бревен, мне придется провести кое-какие махинации. Складываем бревна, подбираем еще одно, складываем снова. А вот с едой у меня будут кое-какие проблемы, потому что с мобов может выпасть более двух кусков мяса. И чтобы сделать палки, мне нужно сделать... так... Теперь можно спокойно сделать кирку, а с камнем будет все то же самое, что с бревнами. Стоп, что? Я и не знал, что в новой версии изумруды могут заспавниться так высоко. Вы, скорее всего, мне не поверите, так что держите координаты и сид. Найти бы сейчас пещеру, которая не заполнена водой... Повезло. Я думал, я допрыгну, а у меня нет еды. Здесь слишком темно, и поэтому я сделал факела. О нет, тут скелеты, у меня меньше трех сердец. Второй уровень.